На днях Ксения Собчак на редкость неудачно пошутила по адресу слепой певицы Дианы Гурцкой. Экс-звезда «Дома-2» ядовито высказалась, что незряча Гурцкая приехала посмотреть стенды на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Журналист Михаил Шахназаров буквально обрушился на нетактичную светскую львицу в своем телеграм-канале. Смесь абсолютной бездарности и порока, пытавшаяся насаждать нам светлое, толерантное и политкорректное, в очередной раз показала свою невоспитанность и животное хабальство. Ничего удивительного. Смаковать вопросы насильнику, маньяку и педофилу доставляло Собчак огромное удовольствие. Теперь она издевается над женщиной, лишенной возможности видеть, гневно заявил Шахназаров. Сама Диана не стала принимать всерьез неудачную шутку. Певица сообщила, что Собчак вовсе не хотела ее обидеть, а с чувством юмора у нее все в порядке. «Я очень люблю юмор, я сама с большим юмором человек, без этого никак нельзя. Я не думаю, что Ксения как-то хотела мне сделать больно», заявила Гурцкая. Брат Дианы Гурцкой подтвердил слова родственницы. Он рассказал, что знаменитости вполне ладят между собой, пишут Anews24. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.